Подашьте оба нам молитвами вашими ревность православия, яко да отеческое предание добре сохраним, каноны церковные верны соблюдем. Собрались на этом древнем, значимом месте для города Минска, для столицы нашего Отечества, потому что здесь раньше было начало этого города, древнее замчище, в котором сохранились фундаменты древней церкви, к которой мы подходили и возлагали цветы. И мы оглядываемся вглубь истории, вспоминаем святых братьев Кирилла и Мефодия, благодаря трудам которым и пришло просвещение на нашу землю. Не только на землю белорусскую, но на землю всех славян. И если мы вспоминаем период язычества, то характеризуем его такой разнузданной
жизнью, безнравственностью, грубостью, мстительностью и множеством других пороков. Но при всем том, многие добрые качества мы отмечаем у наших предков. И вот эти качества раскрылись в полноте, принесли добрые плоды, когда они были удобрены Словом Божьим, политы святой водой и скормлены заботой православной веры. Вместе с тем и братья святые Кирилл и Мефодий, они много потрудились, и ведомые Духом Святым, божественным промыслом, они чувствовали, что нужно для людей, что угодно Богу, и откликались на это. Причем, исходя из этого, меняли и место своего проживания, и даже образ жизни своей, когда чувствовали, что это нужно для людей, для спасения многих. Святой Мефодий до принятия монашества был военачальником. И в одной из областей, где он нес свое служение, он обнаружил Священное Писание на славянском языке. И обнаружил азбуку, которую нужно было еще доработать. Обнаружил при этом большую заинтересованность у славян, чтобы записывать свои добрые мысли и слова, чтобы это все фиксировать письменами. Но прилежал немалый труд, чтобы все это доработать и оформить соответствующим образом, чтобы это нашло поддержку в церкви, чтобы это было поддержано и местными правителями. И в этом ему способствовал его родной брат Кирилл, который был гораздо моложе, но имея прекрасное образование, которое было получено им совместно с царским сыном. Он получил наименование «философ». Настолько высоко и глубоко он порой поднимал свой взор к постижению истин мира бытия, а главное – познанию воли Божией. Жизнь его закончилась необычайно рано, 42 года, но насколько это была плодотворная жизнь, и насколько мы теперь с благодарностью вспоминаем жизнь и труды двух равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Их знают во всех славянских странах. Некогда одна общая азбука и изложено на ней Священное Писание было таким объединяющим фактором различных стран и народов славянских. Позже это стало несколько слабеть, терять свою значимость. И благодарение Богу, что в последнее время опять возрождается в наших странах и народах потребность в единении и в опоре на духовные основы наших народов. Благодарностью исполняются ныне наши сердца к труду святых братьев Кирилла и Мефодия. И вместе с тем мы сознаем, что и на нас возложена определенная ответственность, на людях, живущих сейчас, сохранить то духовное наследие, которое оставили нам братья, сохранить и упрочить единение и внутри нашего белорусского народа, и с братскими народами Болгарии, России, Украины, Сербии и других славянских стран и народов. Об этом будем заботиться, об этом будем молиться и будем прикладывать к этому свои усилия. Святые равноапостольные Мефодий и Кирилл, учители славянские, молите Бога о нас и помогайте нам в этом делании. Христос воскресе! Христос воскресе!
Христос воскресе! Воистину воскресе!